Фредерик Браун. Ответ. Двар Ф. торжественно запаял золотом последний контакт. 12 телевизионных камер неотрывно следили за каждым его движением. Передача шла на всю вселенную. Он выпрямился и кивнул Двар Рейну. Затем отошел к переключателю, который скоро замкнет цепь. К переключателю, соединяющему одновременно все вычислительные машины всех обитаемых планет. 96 миллионов миров. Сверхсеть, которая объединит их в суперкалькулятор, единую кибернетическую машину, собравшую мудрость всех галактик. Двар Рейн заговорил, обращаясь к слушающим и смотрящим триллионам обитателей. Затем, после короткого молчания, он произнес: «Пора, Двар Ф». Двар Ф нажал переключатель. Раздалось мощное гудение. Пошла энергия 96 миллионов планет. На бесконечно длинном пульте замигали огни. Двар Ф отступил и глубоко вздохнул. Честь задать первый вопрос принадлежит вам, Двар Рейн. «Благодарю», — молвил Двар Рейн. «Это будет вопрос, на который не могла ответить ни одна кибернетическая машина». Он повернулся к пульту. «Есть ли Бог?» Могущественный голос раздался сразу, без кликанья реле. «Да, теперь Бог есть!» Внезапный страх исказил лицо Двар Эва. Он кинулся к переключателю. Молния сорвалась с безоблачного неба и испепелила его на месте, намертво запаяв соединение.